Здарова, дружище, сегодня у нас новый видос по Бэкрумсу, который вышел от официального разработчика, то есть Кейн Пикселса. Это будет шикарно, поехали. У него что не видос, то бомба. Май 6, 1990. Судя по всему, теперь у нас будет с тобой конкретная движуха. То есть теперь будет, видимо, какая-то встреча, может быть, с кем-нибудь или что-то такое. А это парни... Парни одеваются. Это качалочка. А, нет, подожди. Нет, это лаборатория. Легко спутать. Слушай, они всегда с камерами ходят? Должно быть неудобно. Стоп, на фоне. Кто-то туда не пройдет вообще никогда. Никто не придет. Да, я думаю, мы оставим это здесь. Так что, знаешь, если что, мы позовем обратно к нам людей. Сверху. Только. Да, трудно заставить людей сюда спускаться. Посмотри на мое время. Проверка 1, 2, 3. Раз, два, три. Марк, майк чек. Это Марв. Раз, два, три. Маск, два, три. Все слышно, хорошо. Опасность. Магнитное поле. Но это магнитное поле используется, чтобы переходить в само закулисье. Если ты не знаешь, что это такое, блин, родной, посмотри предыдущие видосы. Я тебя прям прошу, тебе понравится. Это одни из лучших видосов на ютубе, которые есть вот по таким вещам. По моему мнению, ты можешь быть со мной не согласен. Я готов драться. Если что, я убегу. Прикинь, парни, которые это делают по 14 лет или 16 лет. А потом ты говоришь, типа, я слишком молод, я не могу. Нет, слова слишком молод. Ого. Доктор Джина? Так, это они, похоже, вот в само закулисье заходят. Это оно. Там какой-то челик очень подозрительно ходит. Круто. 16 лет собрать и построить такое здание, нанять людей, актеров. Как это круто. 16 лет. Вот оно закулисье. То есть это уже закулисье, они в закулисье. Просто они там построили себе маленькую лабораторию. Вертикальное расположение было принято? Не, они пока это не делают. Когда? Повтори. Когда наш тур будет окончен? Севен что-то там, на семерке какой-то. Это, короче, парни пришли сюда, чтобы основать свою маленькую лабораторию. Они пытаются исследовать эти пространства для того, чтобы сюда можно было свозить людей. Политиков, предметы, вещи и другие полезные, другие или не полезные штуки. Это они линию для того, чтобы не потеряться, наверное, да? Или что он делает? Блин, что-то внезапно мурашки начались вот из-за этого прохода. Блин, так это атмосферно все выглядит. То есть они прям попарились над тем, чтобы сделать все это именно атмосферным. Плохо, что теперь они вот это постоянно что-то вниз-вверх головой махают. Не успеваешь посмотреть над тем, что здесь вообще происходит. А, нет, все нормально. Okay, все нормально, блин, это опять пугает. Окей, говорит. Стоп. Мы с тобой в кои-то веки прям полностью походим по этим пространствам. Компасе. Не знаю, что. Компас, может, ищет. Они ходят с веревкой вот такой вот у себя из задницы, чтобы она до другого друга держалась, и они таким макаром понимали, где они, и не потерялись. Чтоб назад путь найти. Потому что в закулисье потеряться просто раз, два, три. Потеряться в закулисье проще, чем ребенку помереть в каком-нибудь хорроре. Ух ты. О, вау. Оу-оу. Это новое. Это нормально? Там ходить можно? Да, наверное. Может быть, небезопасно. Севен? Visibility falls off pretty quick. Ничего не видно. Может быть, из-за угла, но... Там впереди дверь какая-то. Надо призумить, а то сам не вижу.
Смотри, ты, короче, идешь туда. Если ты падаешь, тогда твой велосипед передается мне. Окей, я пойду посмотрю. Давай, если что, сообщи. Самый полезный парень. Блин, в таких костюмах, наверное, это очень неудобно. Легко. Не надо так говорить! А, окей, он прошел. Стоп! Название серии Pitfalls. Падение в дыру. То есть, судя по всему, наш главный герой не пройдет. Что такое? Просто камера сюда. Все нормально. Просто давайте побыстрее камеру сюда. Окей. Да-да-да, ладно. Ладно-ладно-ладно, просто... Ща-ща-ща, дай секундочку мне. Ща выдохну. Окей. Окей. Окей-окей-окей. Слушай, серьезно. Да-да-да-да, я иду. Не смотри вниз просто. Иду на нормальное пространство, все хорошо. Как человек, который боится высоты, я его прекрасно понимаю. Кривоногий! Марвин, ты слышишь? Да. Да, слышу. Музыка. Ты ранен? Не-не-не. Немного голова кружится, но в целом все нормально. Где ты? Можешь описать свое пространство? Оно другое. Словно комната какая-то, с архитектурой такой же, но другие обои. Они зеленее. Прикинь! Свалился просто в дыру и своих друзей потерял. И теперь не знаю даже где он, и вокруг обои зеленые. Ненавижу, блядь, зеленые обои. Нужно посмотреть. Нет. А, он пытался через пространство пройти. Я не могу забраться наверх. Wall, слишком высоко для меня. Там что-то есть. Там что-то есть. Просто подожди и посмотри. Понял. Ладно, буду ждать. Здесь камера. Похоже, все нормально. Я записываю, но... Кто знает, как я выживу, если что. Марк, пытайся обратно к нам дойти. Но будь аккуратен. У тебя есть другая камера? Мне нужно, чтобы это записали. Давай, будь аккуратен. Почему он не может туда запрыгнуть? Там не так высоко, по идее. Бросьте мне какую-нибудь веревку. Я прицеплюсь и залезу. Пытались это. Не хватит длины. Джордж, давай, нормально, стандартуемся и действуем как обычно. Давай, держись там, Марк. Что это такое? I don't know. Там кто-то заорал. Я не слышал ничего здесь. Звучало будто... I think there's somebody down here. Я думаю, кто-то здесь. What? Что? I hear yelling. Like, a person is yelling. Я слышал, как они кричали. Человек кричал. Человек? Yeah. Да. Я там вижу какую-то херню. That makes no sense. Это вообще curious. Не имеет смысла. Ты нас... No, it's definitely not new. Не-не-не, это не вы, я слышал не вас. Там что-то впереди, он куда-то идет. Нога. Что это такое? Дырка в дырке. Дырка в пространстве в... Дырки в пространстве. Город? Что? Там чувак спросил, это что, свет? Там проход в город, прямо между стеной. Тебе нужно оставаться у нас, Джордж. Скоро к тебе придет. Там кто-то говорит, кто-то меня слышит? Пиздец. А, ты что? Безмозглая креветка, ты нахер туда пошел? Тебя ж там сейчас зажарят. Нет, серьезно. А что, если Миллер прав о зонах без этого, нулевых? Это не стоит риска. То есть они, видимо, предполагают, что там есть какие-то люди, которые там выживают. И они пытаются найти этих самых людей. Ну, у них есть такая теория, что там могут быть такие места, в которых находятся все, кто когда-то был потерян в
этих закулисье. И вот он такой, типа, блять, а может они там? Так пойду посмотрю. Не иди! О, господи. Марвин? Марвин? Марвин, ты слышишь меня? Hello? Эй! Can you hear me? Вы слышите меня? Марвин, ты что делаешь? Я пытаюсь найти их. I know how to get back. Я знаю, как вернуться обратно. Да, все нормально. Довольные вздохи. Ну ладно, давай сообщай нам, если что. Ты бы пошел? Напиши в комментариях, вот сейчас ты бы пошел? Вот если бы ты там был. Хотя ты уже ученый, типа ты уже хочешь узнать больше, узнать шире, узнать как-то вот огромную информацию, которая там находится. И ты нашел возможность узнать больше, чем кто-либо другой, причем случайно. Конечно, ты пойдешь, ты же ученый. В конце концов, у тебя и так мозг не на месте, раз ты пополз в, за кулисье. Ну напиши в комментах, как бы ты сделал, мне очень интересно. А причем дырки-то две. Одна дырка с одной стороны, другая с другой. Похоже на какой-то игрушечный город. Похоже на соседей наших. Типа обычные соседские дома. Какой-то люк. На люк не наступай, упадешь. К беде, плохая примета. Hello? По-моему, там у кого-то музыка играет. Ступает не весельчаки случайно? Интересно, интересно и страшно. Can you hear me? Ты меня слышишь? I'm... Я тебя... Anything? Что-нибудь есть? Нет, ничего нету пока что. Я пытаюсь зайти. Ебать. Что это там нарисовано? У вас может быть кривой и длинный, у вас может быть короткий. Микрофон — это что такое? Хвосты? Это фури! Они заставят тебя вставить хвост! Ладно. Okay. А, нет, это повороты, подожди. This is... Это... odd. Странно. Там поворотные знаки, которые выходят из ковра. Они неправильные? Что ты имеешь в виду неправильные? Это мир наоборот какой-то, да? То есть, если в обычном мире везде живут люди, то тут живут знаки. Хотя нет, нелогично. Тогда бы люди стояли на улице на месте знаков. Там говорит, кто-то меня слышит! Эй! Блин, вот это у них рация, капец, она до сих пор разговаривает. Они объясняют, что произошло с Марвином, нашим главным героем. Типа, что он упал, оступился. Дебил, дурачок, труп. Они с базы пытаются играть. Я думаю, что я вас теперь слышать не могу. Он только что телепортнулся. Все, он потерял свой... Он даже потерял рацию своих друзей и все равно продолжает идти вперед. Это ж насколько у него IQ ниже плинтуса, я не представляю. Не, ну хотя, уже поздно, наверное, назад поворачивать. Стоп, а это случайно не тот парень здесь, который в прошлой серии пропал? Но он очень не любит студию. Это Марв? Это Марв? Чей-то... Чей-то, кстати говоря, нормальный такой портфель, то есть достаточно новый. Что? Я думаю, кто-то здесь жил. Жил здесь? Это не он, это наёбка, наёбка! Потому что если он здесь живет давно, он бы не ходил и не кричал, он бы уже понял, что здесь никого нет. Эй! Эй! Он ржом был ловит какой-то. Can you hear me? Можешь слушать меня? Sorry, can you repeat that? Marvin? Ебать! Что такое там? Турник? That's not a person. Это не человек. What is that? That is not a fucking person! Это, блядь, не человек! Беги! Потом поговоришь, беги! Чё ты упал? Ненавижу, когда за кем-нибудь кто-нибудь гонится, это самый...
Топи, 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 топи! Топи! А в какую сторону топи-то? Туда топи, ладно, туда топи. Что происходит, говорят? Расстроил какой-то фонарный столб, блять, ошалевший. Его нет, вроде. Нормально, все хорошо. Беги просто беги. Главное, не останавливайся. Не наступай на люк, плохая примета. Все хорошо. Залетай. Просто залетай туда. Не оглядывайся. Не оглядывайся. Не жди его. Беги дальше. Они еще ничего не спустили. Я здесь. Давайте. Мы спускаем. Секундочку. О, нет. Он начал кашлять. Херня залезла. Мы спускаем. Хули так долго? Он залезает. Мне не нравится, что он кашляет. Когда он ковиднуться успел-то? Все? Мы первый раз увидели человека, который выжил. На него напали. Он сбежал. Но это плохо. Это плохо. Потому что Марвин теперь будет кашлять. Заболел парень. Я просто думаю, что... Тут мы с тобой знаем, что в этой вселенной все, что есть, оно заражено грибом или каким-то вот такое вот созданием. То есть все там в грибах. И он, скорее всего, заболел грибами, и, скорее всего, его сейчас друзья спасут, и он их всех заразит, и они все дружно и весело, по-дружески умрут. Вот, и это будет хорошее окончание всей этой истории. Но, может быть, и нет, я не знаю, мы увидим. Но пока что я тебе советую вот этот видос посмотри, он тоже клевый, это как раз из недавних, просто посмеяться, чтобы, потому что тебе настроение надо поднять после того, что здесь происходит. Вот, так что, да, я надеюсь, тебе понравилось, подписывайся на канал, оставляй свои комментарии, здесь можешь посмотреть, посмеяться, тебе понравится. А пока что на этом все. Пока. До скорого, родной. Удачи.